Вы когда все 300 коек развернете? 300 коек уже развернут. То есть они все подготовлены? Вот сейчас закончится подведение кислорода, но инициировать работу можно, начиная, но вот у нас есть 30 коек. Вот так вот укомплектованы примерно. А что касается кислорода, когда вы подведете? Работы идут уже, и буквально это 2-3 дня и будет завершена работа. Ну вот для понимания, Саратовский медицинский университет с этой задачей справился более эффективно и в сжатые сроки. Сегодня уже все сделано для того, чтобы до конца недели 300 коек было развернуто. А это у нас получается каждая четвертая резервная койка в Саратовской области. Спасибо большое.